Он прибыл на курорт, чтобы обсудить с главой города Алексеем Капайгородским способы решения проблем в сфере строительства в Сочи и обозначил главные задачи. Определить основные направления совместной работы, решение практических задач, которые стоят перед нами, поставлены губернатором, решение и реализация национальных проектов. Это то, что на сегодняшний день, наверное, во всей стране является основным из важнейших направлений работы всех органов исполнительной власти. Одна из тем, которую курирует в краевой администрации Андрей Алексеенко, это проблемы в сфере долевого строительства. За последнее время краю совместно с городом удалось добиться серьезного прогресса в этом вопросе. За полтора года список проблемных домов сократился с 28 до 17. По оставшимся работа продолжается. Проблемы есть, они обширные, но мы для себя видим перспективу за ближайшие 3 года ситуацию все максимально выровнять. И если при вашей поддержке максимально попасть во все краевые программы, потому что без краевых программ мы сегодня не сможем выстроить правильную работу. Мэр отметил, что по вопросам долевого строительства город будет сверять часы с краевыми властями для того, чтобы дольщики как можно быстрее смогли заселиться в долгожданные квартиры.